без художественных претензий, а просто чтобы создать хорошее настроение. По городу ехать можно, а можно пешком идти. И спутника нет надежней, чем этот простой мотив. И пусть шофер молодчина счастливый продаст билет, Клементьевка не вакцина, но тоже не ближний свет. Какая теплая ночка, шагаем к руке рука, но звездочка не рабочка, а Углич не ПМК. Порою в пылу азарта свершится может судьба. Кирпичка — это не квартал, а Кировка не скоба. Григорий Глазов — бесспорно талантливый, остроумный, ни на кого не похожий. За что бы он ни взялся, поэзия, журналистика, авторская песня, его всегда было интересно смотреть и слушать. Григорий долгое время работал на телеканале «Тонус». Здесь его называли «журналист-оркестр». Корреспондент, оператор, монтажер, ведущий, редактор газеты «Ваш Тонус». Он интересно подавал любую тему, выбирал нестандартные локации для съемок. В сюжетах Григория Глазова был свой взгляд на проблему, а с главной мыслью могли уживаться и юмор, и философия. К проблеме асфальтового покрытия на улице Первой ударной армии относится и его отсутствие вот на этом месте, равно как и отсутствие канализационного люка. Представьте, каково, например, вечером попасть вот в эдакую ловушку. Литературное и песенное творчество Григория Глазова было самобытным и оригинальным. Свои объемные баллады он всегда читал наизусть, чем неизменно удивлял слушателей. И слушали симфонию нутра. О, сколько силы было в этих звуках, несущихся свободно и полетно, хамольно и цедурно проникая в подкорку, корку, уши, нос и рот. Будучи активным участником мероприятия литературного объединения «Свиток», Григорий написал целый ряд песен на стихи поэтов-земляков, в том числе Владимира Смолдырева, Леонида Чашечникова, Владимира Сосина. Мадам библиотека живет на перекрестке, и светофоры в окна подмигивают ей. Мадам библиотека среди взрослых и подростков легко себе находит поклонников, друзей. Даже те, кто хорошо знал его творчество, Григорий однажды удивил целым циклом стихов и песен, посвященных смутному времени. И такую тонкую и сложную историческую тему он смог преподнести по-своему, никому не подражая. Как на Маковце горе монастырь, золотые купола да кресты, небеса над головою чисты, а 400 лет тому время смутное дышало в упор, обращая в эту летопись взор, остаемся и до нынешних пор мы свидетелями этому. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России. После телевидения Григорий работал и в печатных СМИ. Последнее время он трудился корректором в газете «Сергиевские ведомости». По его инициативе на страницах сергиево-посадских газет появлялись стихи земляков и публикации о поэтах и писателях из литературного объединения «Свиток». Он писал предисловия к книгам начинающих авторов, рекомендации в Союз журналистов России. Талант, чувство юмора, добродушие и отзывчивость Григория Глазова долго будут помнить все, кто его знал. Белые вороны ли, черные врата, лемурийцы, где же вы, возопили арии, дальше ехать некуда, дальше пустота. Высота, красота, и маэстро выкрикнет от винта, ну а нам мир ашрам. Мы едем дальше, видим мост, корт, дом, храм.